Готово. Значит, у нас остался один без, да? Да. Хорошо, без. Давай, выходи. Собирай сначала по всему дому все свои комочки, одеялки, подключки, сеточки. Если ты оставил на ком-то носочки, включительно домашних животных, ты мне должен сразу об этом сказать. Брюшко ей чесал. Кошечки, да? Да. Понятно, все равно снимай. Я даю команду. Значит, три кошка Нюша появляется перед клеткой. 1, 2, 3. Она вся в красных энергиях. Хорошо, Нюша, ты меня слышишь? Слышит она тебя. Я Мяу, пришел. мяу. Я пришел тебе помочь, не беспокойся. Я даю команду на счет 3, включая внутренний белый свет. Нюша, 1, 2, 3. И Нюша выдавливает из всех своих тонких тел все энергии, находящиеся на чистоте беса. 1, 2, 3. Все эти энергии выходят и формируются в шар. А Нюша ждала нас. Да ты что? Да. Молодец, Она Нюша. Информацию передать хочет. Хорошо. Шар вышел. Хорошо, бес, забирай шар своей энергии. Да, забираю. Отправляю бесу. Хорошо, Нюша. Сейчас мы тебя заправим энергиями. Я даю команду на счет 3. В макушку головы кошки Нюши начинает поступать максимально комфортное количество энергии, кошачьей энергии. И под частота вибрации поднимается до необходимого уровня кошки. 1, 2, 3. Пошел поток. Она мурлыкает, хвост поднимает кверху. Ну а как же, она же нас ждала. Как же мы можем не почистить кошечку? Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Нюша, как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Что ты хотела сказать? Может, хозяйке хотела что-то передать? Но она села и показывает, информацию дает. Нюша гурман. Она есть, любит очень много. Угу. Хорошо, говори, что Разные, разные вкусы ей нравятся. Она пробовать любит все. Она показывает, как ей такое, что-то такое из консерв выкладывает. Она любит все это пробовать, даже если не доедает. Прошлую жизнь показывает свою. Да ты что? Что там? Бродячей кошкой была вечно голодной, худой. А сейчас не может наесться? А сейчас не может наесться, да. Хорошо, Нюша, как мы можем тебе помочь, скажи? В любое время она готова кушать. Хорошо, ну ты же понимаешь, что это на твоей фигуре отражается. Ты же хочешь быть стройной, хорошей, красивой кошечкой. Нет, она достаточно физически крепкая. Отлично, хорошо. Что передать хозяйке, чтобы она больше тебе разного корма покупала, или у тебя есть какие-то определенные вкусы? Она говорит, не говорит, а просит. Давай. Мысли форма показывает, если можно, это постоянное чувство недоедания из нее выдавить каким-то путем. Можно. Хорошо. Я даю команду на счет 3, включая внутренний белый свет Нюша. 1, 2, 3. И из всех своих тонких тел Нюша выдавливает эту мыслеформу, эту генетическую память, эту настройку на постоянное чувство голода, на недоедание. 1, 2, 3. Свет пошел, выдавливает из нее эту мыслеформу, она выходит. Ядро этой мыслеформы выходит полностью. Знаешь, от нее фантом отделился белый. Целый фантом отделился? Да, вышел. Вау. Хорошо, открываем под фантомом портал галактическое ядро. Фантом уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, Нюша, так лучше тебе? Она мурлыкает и как кивает тебе. Отлично. Хорошо, мы с тобой закончили или ты еще что-то хотела передать своей хозяйке? Ты довольна своей жизнью? Все хорошо у тебя? Да, у нее хорошо, она кивает просто. Отлично. Хорошо, кошечка. И для усвоения энергии вибрации возвращаем Нюшу в ее систему биоробот-душа. 1, 2, 3. Она входит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Слушай, она из своих энергий, которые в нее закачались. Угу. Она себе как браслетик на шее сделала энергетический. И когда ее гладят... Заряжается энергией, да. Я Он вижу. Заряжается, и она заряжает. Она собирает через него негатив. Смотри, какая продвинутая кошечка какая. Отлично, хорошо. Нам дать еще энергию в этот ее браслет или ей хватит?
Ей достаточно, и она, сейчас подожди, знает техники выбрасывания негатива. Ничего себе. Но вот фантом себя не могла вывести. Хорошо, Нюша, может, и хозяйку научишь сбрасывать негатив? Научит. Ай, молодец. Хорошо, значит, хорошее дело сделали. Все, переходим к нашему бесу. Бес, как ты собрал все? Что-то осталось еще? Без шоки, нифига себе, говорит. Че? А, технологии? Технологии, именно так он и говорит. Ну, все растет, все развивается. Кошкими энергиями владеет. Да и мы сами в шоке, честно говоря. Но, оказывается, и такое есть. В интересном мире мы живем. Хорошо, бес, как у тебя, все собрало или нет? Он говорит, дай посмотрю, а то что-то на вас засмотрелся, проверка нужна. Хорошо. Подсвети мне энергии, много где разбрасывал. Хорошо, и все энергии, которые находятся на частоте беса, 1, 2, 3, подсвечиваются пульсирующим красным цветом. Бес их видит четко и ясно. Ну ладно, смотаю все себе. Готово.